Привет, друзья! Программа «Военная приемка» показала российский завод по производству дронов «Герань-2». Завод построен в 2023 году в особой экономической зоне Алабуга. Завод в Елабуге постоянно наращивает производство. Предположительно, уже производится от 30 до 50 тысяч дронов. Сейчас дрон «Герань-2» модернизирован и полностью локализовано производство. В России уже производят двигатели, микроэлектронику, модули ГЛОНАСС GPS-коррекции, антенны Комета-М, оптико-электронные датчики наведения, фюзеляж и проводка. Основное нововведение в новых дронах – система оптического наведения. Благодаря этому оператор может управлять дроном. Для этого используются сим-карты операторов сотовой связи. В будущем – российский спутниковый интернет. Также дроны могут обмениваться данными, в том числе с БПЛА «Гербера». Дрон массой 200 кг запускается с катапульты при помощи твердотопливного ускорителя на дальность до 2000 км. Масса боевой части дрона уже до 90 кг. Высота полета до 4000 метров. Дрон оснащен двигателем мощностью 50 лошадиных сил и развивает скорость до 180 км в час при продолжительности полета до 12 часов. Цена дрона «Герань-2» предположительно от 20 до 50 тысяч долларов. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.